Ну, что значит секта? Значит, человек какую-то веру. Это они так, люди в страсти говорят, это секта. А на самом деле есть веры. Что такое секта? Вот есть секта же, на самом деле. Что такое секта? Как отличить, что секта есть? Секта, я вам говорил, да? Секта означает, что много богов, одного нет, раз. Да, второе, нет священного писания, кому-то в бошку молния попала, он начал писать пророчество, да? Вот, дальше, то есть нет святого, за которым люди идут, пророка нет, просто человек какой-то на себя взял. Нет ученической преемственности, человек говорит, я как бы основа знания. Не он за кем-то идет, а он основа знания, оказывается. Вот дальше, отдай все и иди, сиди в яме, да, совершай покаяние. Ну, были такие же тоже деятели. Ну, просто брали у людей все имущество. Или еще один вариант секты. Допустим, чтобы получить инициацию, надо много бабла платить. Поэтому давай продавай квартиру и плати бабло на инициацию. Понимаете, инициация – это вообще бесплатная вещь. Это что такое? Это посвящение, это милость. Деньги там не надо платить. Понимаете? Ну, то есть секта означает, что тебя пытаются что-то выжимать из тебя что-то. И секта также означает брось своего мужа, потому что он не нашей веры. Или жену брось, потому что она не... Это сектантское мышление. Она может быть также в традиционных религиях. То есть люди сектантского мышления, не обязательно в сектах. Допустим, у меня есть священник православный, отец Амбросий, который у нас на сайте тоже на ресурсах читает лекции. Я его спросил, говорю, у меня одна слушательница лекции, она говорит, что если у меня муж не православный, надо его бросить. Моя наставница мне сказала бросить мужа. Я у нее спросил, говорю, вот монашка, наставница сказала, что надо бросить мужа. Он посмотрел на меня, говорит, она не монашка, она демоница. Это он сказал про человека своей веры, понимаете? Что это значит? Это значит, что везде есть всякие люди. То есть не надо плохо думать на какую-то веру. Просто во всех верах есть также фанатики, понимаете? А есть чисто фанатические традиции духовные, куда не надо идти. Вот увидели вот все эти признаки, которые я перечислил? До свидания, туда мы не идем.